Мангыстауская молодежь проверят на склонность к суициду. Для этого областной центр ЗОЖ купил специальный психоэмоциональный диагностический комплекс. С помощью аппарата психологи протестируют всех школьников и студентов. Их задача – определить душевное состояние подростков и, если удастся, выявить какие-то отклонения, оказать своевременную помощь. Аппарат работает в тестовом режиме. Если человек во время проверки начинает врать и неловко себя чувствовать, это сразу фиксируется. По результатам ответов врачи определяют, в каком душевном состоянии находится человек и задумывается ли он о самоубийстве. Трудных молодых людей будут вносить в специальную базу данных, после чего с согласия родителей с ними будут работать специалисты. Добавлю, в прошлом году в Мангыстауской области свели счеты с жизнью 8 подростков. По результатам аппарата мы не можем увидеть, что ребенок склонен ли к суициду, а просто мы узнаем состояние ребенка. Он слабохарактерный, он может, там много вопросов, он может быть склонен к курению, может быть, он какой-то легкомысленный, да, он может быть мыслит плохо, или же кругозор узкий. Мы их будем брать на учет, у нас базы данных будут, и вот именно будут работать специалисты,